Налоговая инспекция сообщает, дни открытых дверей во всех налоговых инспекциях Ульяновской области пройдут 9 ноября с 9 до 18 часов и 10 ноября с 10 до 15. Специалисты разъяснят порядок уплаты транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц, порядок предоставления льгот и вычетов, ответят на вопросы, связанные с получением уведомлений. Каждый посетитель сможет подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».